кафедра эффективности боевых действий ракетных войск стратегического назначения выполняет задачи по подготовке офицерских кадров с полной военно-специальной подготовкой, а также проведению научных исследований по проблематике эффективности боевого применения ракетных войск стратегического назначения и других видов и родов войск. Обучение курсантов по профилю кафедры позволяет им получить фундаментальные знания в области системного анализа и исследования сложных организационно-технических систем, изучить вопросы компьютерного моделирования и применения современных средств автоматизации. Кафедра является выпускающей по полной военно-специальной подготовке офицеров, связанной с применением и эксплуатацией информационно-аналитических систем специального назначения. Позволяет в современных условиях построить свою военную карьеру в органах военного управления и военных научно-исследовательских организациях. Кафедра баллистических ракет по праву считается первой ракетной кафедрой в нашей стране. Образовательная деятельность кафедры направлена на изучение обучающимися конструкции устройства, эксплуатации и применения ракетного вооружения, баллистических ракет, пусковых установок, командных пунктов, технологического оборудования и технических систем. На объектах учебно-материальной базы размещены самые современные образцы ракетного вооружения и самые передовые средства ведения учебных занятий. Реализуется многообразие форм и способов интерактивного обучения, включая сетевые технологии и технологии 3D-проектирования и моделирования. Практические навыки специалистов в области сложных и ответственных технологических процессов формируются с применением технологий виртуальной реальности. Здесь курсанты попадают на виртуальный аналог боевой стартовой позиции ракетного комплекса стационарного базирования, где необходимо действовать строго по разработанному алгоритму. Вопросы анализа конструкции, безопасной эксплуатации и совершенствования конструкции ракетного вооружения изучаются на натурных макетах изделий различных поколений ракетных комплексов, начиная от самых первых образцов ракет Р-2 и Р-5М, завершая элементами ракетных систем «Авангард» и «Ярс», которые только поступают на вооружение. Выпускники кафедры проходят службу на различных должностях в ракетных частях и подразделениях РВСН, занимающихся вопросами эксплуатации, технического обслуживания и испытания ракетной техники. Кафедра ракетных топлив, взрывчатых веществ и средств пироавтоматики готовит офицеров-специалистов в области заправки ракет, проектирования, производства и эксплуатации специальных топлив и других высокоэнергетических материалов. Современные межконтинентальные баллистические ракеты, которые находятся на вооружении, имеют большую дальность действия, поэтому для выполнения ими боевой задачи требуется большое количество топлива. И от его качества, от того, как оно хранится и заправляется, зависит готовность каждой ракеты, стоящей на страже России. В процессе обучения на кафедре курсанты проходят циклы профессиональных и специализированных дисциплин, где много внимания уделяется различным разделам химии, экологии, газовой динамики, гидравлики, технической термодинамики. Изучаются различные виды ракетных топлив и взрывчатых веществ, осваиваются основы их безопасной эксплуатации, принципы действия и навыки работы с заправочным оборудованием. Выпускники кафедры проходят службу в технических ракетных базах, расчетах групп заправки, испытаний, регламента, обслуживания и ремонта. Кафедра электроснабжения ракетных комплексов осуществляет подготовку курсантов по специальности тепло, электрообеспечение, специальных технических систем и объектов. Специалисты данного направления отвечают за гарантированное бесперебойное электроснабжение потребителей, отвечающих за государственную безопасность. Кафедра готовит офицерские кадры в одной из самых востребованных в настоящее время областей – энергоснабжение специальных объектов, которое включает исследование, проектирование, эксплуатацию, разработку нормативной документации систем тепло- и электроснабжения. Уровень их подготовки позволяет организовать надежную и безопасную работу систем электроснабжения, как отдельных образцов вооружения, так и сложных технических систем автоматизированного боевого управления. Кафедра имеет мощную лабораторную базу и оборудование на базе микропроцессорной техники. В ее составе есть тренажерная база, состоящая из взаимосвязанных учебно-тренировочных средств, которая позволяет полностью отрабатывать задачи эксплуатации электроустановок. Благодаря этому кафедра дает твердые знания и устойчивые практические навыки по изучению систем электроснабжения объектов различного назначения. Кафедры вычислительных комплексов, автоматизированных систем обработки информации и управления специального назначения,
осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по специальности применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов. Блок дисциплин программы подготовки состоит из математических, естественно-научных, общепрофессиональных, специальных, технических дисциплин информационной направленности. Учебно-материальная база кафедры обеспечивает подготовку специалистов в области прикладного программирования, современных и перспективных компьютерных технологий, анализа больших данных, решения задач на высокопроизводительных вычислительных комплексах военного назначения. Область профессиональной деятельности выпускников включает вопросы эксплуатации автоматизированных систем боевого управления и связи, технических систем и технологического оборудования специальных объектов, информационное обеспечение частей и соединений ракетных войск стратегического назначения. Кафедра автоматизированных систем боевого управления и защиты от несанкционированного применения ракетного оружия предназначена для подготовки офицеров по программе специалитета в области автоматизированных систем боевого управления, систем управления движением летательных аппаратов, а также технических средств охраны, ракетных соединений и полков. В процессе обучения учитываются современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники и информационных технологий. В учебных аудиториях созданы условия для изучения основ и принципов построения робототехники, приобретения навыков управления, а также для отработки навыков планирования, анализа и разработки предложений на основе информации, получаемой от робототехнических комплексов. Программа подготовки предусмотрена изучение элементной базы, принципов построения и основ программирования, позволяющие понять, каким образом реализуется основной принцип робототехники. Применение достаточно простых технологий, в то же время имеющих огромный потенциал для обучения, позволяет прививать интерес к самостоятельному и творческому освоению принципов управления различными подвижными объектами. А полученные знания и приобретенные навыки позволяют комплексно реализовывать подготовку специалиста по применению и эксплуатации робототехнических комплексов. Кафедра баллистики систем управления подготовки данных ведет подготовку курсантов и слушателей по направлению системы управления движением летательных аппаратов, навигационно-баллистическое и астрономо-геодрическое обеспечение применения ракетно-космических систем и комплексов. Кафедра является выпускающей по двум специальностям – навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники и системы управления летательными аппаратами. Кафедра располагает современной учебно-материальной базой, включающей специализированные и лекционные аудитории, позволяющие осуществлять образовательную и научно-методическую деятельность по подготовке специалистов в области навигационно-баллистического и астрономо-геодезического обеспечения применения ракетно-космических систем и комплексов, систем управления, навигации и прицеливания. Основное предназначение выпускников – офицерские должности командно-инженерного профиля в РВСН, научные должности в научно-исследовательских институтах и полигонах, инженерные должности в соответствии с военно-учетными специальностями по баллистике и системам управления ракет в военно-космических войсках, технических ракетных базах, оперативных отделениях, вычислительных центрах и центрах подготовки данных ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Кадры специального вооружения осуществляют подготовку специалистов полной военно-специальной подготовки в области ядерных вооружений. Основным заказчиком подготовки является 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации. Кафедра специального вооружения организует и проводит обучение курсантов по направлению подготовки ядерная физика и технологии по военной специальности, экспериментальная отработка ядерных боеприпасов и высокоэнергетических установок военного назначения. Содержание учебных дисциплин, практики и стажировки направлены на формирование обучающихся профессиональных компетенций в рамках военно-научной и военно-технической деятельности с учетом перевооружения соединений ракетных войск стратегического назначения на новые боевые ракетные комплексы, особенности их создания, эксплуатации и боевого применения. Профессиональный психологический отбор представляет собой комплекс мероприятий, тестов, направленных на определение степени профессиональной пригодности кандидатов к обучению в высшем военном учебном заведении. Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью поставляемого установленным порядком специального программного обеспечения. Кандидаты на поступление, получившие четвертую категорию профессиональной пригодности, к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются. Кандидаты, отнесенные к категориям профессиональной пригодности с 1 по 3, где первая категория рекомендуется к поступлению в первую очередь,
вторая рекомендуется, третья категория рекомендуется условно. Считаются прошедшими профессиональный психологический отбор. Кандидаты для поступления в высшее военно-учебное заведение сдают экзамен по физической подготовке, состоящий из 3-4 упражнений. Подтягивания на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3 километра, плавание на 100 метров при наличии условий. Общая оценка уровня физической подготовки определяется по сумме набранных баллов во всех упражнениях. Объекты спортивного кластера включают в себя физкультурно-оздоровительный комплекс, универсальный спортивный комплекс и стадион Академии. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым катком предназначен для учебно-тренировочных занятий курсантов и слушателей Академии по плаванию, водному поло, хоккею, фигурному катанию, а также для проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных праздников. 25-метровый бассейн имеет 5 раздельных дорожек, а на ледовой площадке проходят тренировки сборной команды Академии по хоккею, соревнования различного ранга, товарищеские матчи. Универсальный спортивный комплекс состоит из 3 залов и предназначен для проведения спортивных игр и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, занятий борьбой, рукопашным боем, боксом, силовой подготовкой и скалолазанию. Гимнастический зал предназначен для проведения практических занятий по гимнастике и атлетической подготовке с курсантами и слушателями, а также профессиональных тренировок со сборными командами Академии по гиревому спорту, гимнастике, офицерскому многоборью и легкой атлетике.